В день подачи заявления более 20 мобилизованных камчатцев заключили брак на полуострове. В отделе ЗАГС Петропавловска прошли торжественные церемонии. Мобилизованные жители региона, проходящие боевое сплачивание, также могут зарегистрировать свои отношения. В связи с тем, что в стране объявлена частичная мобилизация, многие пары решили зарегистрировать свои отношения. С 22 сентября органы ЗАГС Камчатского края работают в усиленном режиме. Граждане, имеющие повестку, могут зарегистрировать свой брак в день подачи заявления. Кроме того, органами ЗАГС организована совместная работа с руководством воинской части по регистрации брака для мобилизованных. Одними из тех, кто заключил брак, стали Михаил и Наталья. Мужчина отмечает, что сейчас как никогда важно, чтобы дома ждали родные и любимые. Важно знать, что у тебя есть надежный тыл. В такие моменты понимаешь, что нет ничего важнее семьи, нет ничего важнее своих близких и родных. А защищая свою родину, я хотел бы знать, что дома меня ждет любящая жена. У нас в России так принято, что самый надежный тыл – это твоя семья. Ради своих близких и родных мы отправляемся на защиту Отечества. Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.